Я вам сразу скажу, ставлю его в Большом театре, не потянули? Потянули. Нам с вами нужно будет постараться хорошо, да. Таня, значит, медляк классический. Очень трудно, да. Возможно, вы знаете какие-то движения, но далеко не все. Сейчас мы с вами будем учить полностью все. Танец полезный. Танец вам пригодится в ночном клубе, на сельской дискотеке. Сегодня вечером. Сегодня вечером на сельской дискотеке. В общем, прямо, я считаю, нужно его поставить. Давайте вот с вами встанем пока. Танец начинается просто в своем друг напротив друга. Вставайте, не бойтесь, я гей. О, нет! Не клеится, все чисто в целях искусства. Давайте встаем. Первое движение. Ручку сюда. Ручку сюда. Не уходите. Хорошенький, это мой муж хорошенький. Извините, Дарья, забыл вам сразу сказать. Я думал, они все-таки не заявятся. У меня есть некие проблемы с ипотекой, поэтому приходят для этого курсы. Вот еще одну пару, они хорошо платят. А, это молодожены Сержио и Степанида. Они как раз ставят себе на свадьбу танец. Танец свадьбы. Поэтому я думаю, наш медляк им вполне подойдет. Они будут учиться вместе с нами. Сержио, что ты сделаешь, твоя бывшая, кстати? Я потом тебе все объясню, они на совпадение. Что случилось? Я с тобой. Хорошо, давайте. Искусство занятия, вы готовы, да? Смотрите, мы как раз с Дарьей начали учить первое движение. Значит, все просто, встаем друг напротив друга. Дарья, идите сюда, не бойтесь. Значит, берем ручку партнерши, ручку другую, вторую руку Натальи. Секундочку. Вы все правильно сделали. Да, вот эти руки вот сюда. И талии у вашей партнерши вот здесь. Это талии. Это дома, Степанида, дома. Рома здесь, талию сюда берем. Посмотрите на тренера, как делает тренер, пойдем сюда. Вот это талия, вот эта ручка. Держим. Первое движение очень простое. В сторону, где руки, один шажок влево синхронно. Для девушки вправо. Для всех девушек вправо. Раз, и оп. Вот первое движение выучили, да? Мы с вами готовились же. Она осторожна, она не у нас есть танец, может мы покажем, ты скажешь, чего не хватает. Плохо там, да. Мы же тренировались, уже мы же 10-й тренер, вы у нас должен был. Давай, попробуем. Раз, два, три. Спасибо, я вас возьму в ассистенты. Кто это сказал? А что не хватает для свадебного танца вам, да? Туфлей. Вот туфлей музыки вам явно не хватает. Музыка стопит, дура. Туфлей музыки вам явно не хватает. Еще смотрите. Вот в конце там чуть-чуть так-то сбились. Чувство. Мы деньги платим, так-то сбились. На 1000 баксов какой? На фланг напишу, поняла? Да. За 1000 баксов вы сбились так-то чуть-чуть. Заметьте, чуть-чуть. Это за ваши деньги. Платите 2, не согласитесь. Ритма, возможно, не хватает и не хватает. Мозгов вам приглашу, не хватает вот этого танца для свадьбы. А в остальном все хорошо. Хорошо. Вот, смотрите. Шикарно. Давайте продолжим наш танец. Первое движение запомнили. Встаем, Дарья, дальше. Дальше движение простое. Ручки у нас центр. Поворачиваемся на девушку на 90 градусов. И оп, все, второе на 90. Давайте я с ней лучше потанцую. Я тебя потанцую. Я тебе так потом потанцую. Да, дорогая? Не смотри на нее. Так хорошо, да, что учитель? Нет таких проблем. Смотрите, вот эти два движения... Всех касается. Эти два движения вы можете забыть, вы можете напиться, сделать неправильно.
Третье движение основное в медляке. Вот его надо знать наизусть, всегда повторять ночью, пьяным, зимой, летом, хоть когда. Хоть когда встаем. Встаем, значит, девушка в парню руки на плечо, на плечо. Парень за талию, как мы учили в первом движении, за ту талию. Затутали. И начинаем вашу сторону движения бедрами. Классическое движение. Раз, два, раз. Ребята, не в ту сторону. Это вот это продолжение первого вот этого. Дома. 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 Как мы разучили. Да, да, да. Дома, значит, хорошо. И основное движение после предыдущего, второе по основности. Второе по основности. Это вот эти показали вот это эротичное движение. И поддержка нужна эффектная, тогда сразу любая девушка ваша. Вашим получил любой парень ваш. Вашим как хотите. Любой гей. Любой гей вообще. Главное уметь делать поддержку. Подходим, берем девушку за талию и легонечко. Оп! Оп! Помнили поддержку, да, да, все хорошо. Ну, все отлично. Все хорошо, ручку в другую ручку, вот эту на талию. Вообще встаньте, здесь девушка сюда, вы туда смотрите. Все отлично. Смотрите, у нас есть специально приглашенный диджей. Полина, не заигрывайте с публикой. Не отбивайте, у меня клиента проказывается. Дорогая, на меня смотри. Смотрите, диджей нам поставит музыку, под музычку этот же танец. Значит, движение влево, повернулись, 5 классических основных движений медлячка и поддержка. Запомнили, да, Дарья, запомнили? Ага. Запомнили?